Воскресе! Дорогие братья и сестры, я сердечно вам благодарю. Уже начало есть, сегодня привезли уже первую машину земли. Это только благодаря вашей помощи. Завтра еще привезут. Вот. Так что сюда, конечно, нужно много земли. Так что, кто не приучился к этому доброму делу, давайте все вместе, чем быстрее нужно привезти земли, для того, чтобы это все землей все разровнять, чтобы мы могли посадить цветы. Так что не спите. Вот, пока есть такая возможность пожертвовать, пока есть возможность такая поучаствовать в этом благом деле на храм. Так что давайте все вместе быстренько все соберем. Несколько еще машины 3-4 нужно привезти. Вот, так что давайте все вместе, чтобы это все, у нас земля была готовой. Дорогие братья и сестры, будем нанимать, наверное, скалолазов. Видите, у нас сверху березы растут, и они вот из-за этого падает кирпич. Вот, будем нанимать для того, чтобы они вылезли, и вот эти березы, они все выдернули или подрезали, вот, потому что они должны деревья расти на колокольне, из-за этого она и рушится. Так что работы, конечно, здесь много, но будем делать то, что нам под силу. Сегодня я говорил вам, что машина стоит 14 500, они просто неправильно посчитали. Сюда машина из Рыбинска стоит 16 500. И вот у нас вышло так, что одна машина 16 500 КАМАЗ стоит сюда вот земли привезти, а нам нужно сюда 5 КАМАЗов. Прошу вас, помогите, под видео будет номер карты, куда вы можете переслать деньги, чтобы нам привезти 5 машин земли сюда. Храни вас Господь.